Привет, народ собачий и не собачий. Хотел бы показать тут будку, которую срудил мой этот самый сосед. Она мне, в принципе, понравилась. Это будка для собак средней категории, таких как овчарки, ротвейлеры, там, ну, доберманы. То есть я имею в виду по росту собаки. Я себе пень, что умный человек ротвейлера и добермана в будку зимой засовывать не будет. А придурки-то могут засунуть куда угодно. Вот эта собака, примерно как малинуа, живет вот в этой будочке. Будка чем интересна? Будка интересна тем, что она имеет два отсека. Это вход и проход туда, где собака непосредственно спит. Тут она может спокойно разворачиваться. Ну вот. И ей тут достаточно тепло, потому что здесь достаточно тесно. Нет лишнего пространства, которое надо это сам подогревать. Ну вот, крышка открывается. Легко убирать по этому помещению. Ну вот. Поэтому все очень-очень даже толково получается. Вон он, там. Вот собачка зашла и вышла. Ну вот, значит, будка на дне утеплена, то есть под этой конструкцией там утеплитель лежит. Пенополистирол. Ну, в боках здесь тоже вставлен пенополистирол, хотя это, в принципе, это и не ошибка надо. Вот, это по желанию. А вот дно надо утеплять, конечно. И утеплять, и хорошо герметично закрывать, чтобы не пробрать сюда мыши и крысы. Ну, вот такая вот штучка. Очень хорошая, я считаю, и удобная.